прошедшие выходные на марш памяти жертв теракта во Франции вышли миллионы людей. Французы проявили небывалое единство. Способна ли такая сплоченность народа, проявленная перед лицом угрозы, решить экономические проблемы Франции, узнаем в нашем следующем сюжете. Таких многочисленных шествий в истории Франции еще не было. Защитить исконные ценности Пятой Республики, свободу слова и самовыражения на улице вышли миллионы людей разного возраста и политических взглядов. По мнению аналитиков, такое единство наций может способствовать росту популярности президента. Но это обстоятельство может также стать и помехой в проведении экономических реформ, необходимость в которых назрела давно. В таких условиях правительство может не решиться на действия, которые болезненно отразятся на основной массе населения. После таких событий, когда происходит сплочение народа, часто растет и политическая популярность лидера. В краткосрочной перспективе это может отложить проведение необходимых реформ. Это беспокоит инвесторов, которые и так уже на протяжении последних месяцев выражают свою озабоченность состоянием экономики Франции. Не добавляют оптимизма и последние прогнозы Центробанка, предсказывающие рост экономики всего на 0,1%. Мы все видим, что дефицит растет, и в настоящее время Франция столкнулась с серьезными проблемами. Она уже не является одной из основных мировых экономик, и нам предстоит долгий путь, чтобы достичь такого роста, как в Германии. Людей, знающих реальное положение дел, экономические проблемы Франции не удивили. В стране не были осуществлены реформы, подобные мерам жесткой экономики в Испании, Португалии и Италии. А уровень безработицы продолжает расти. Единство, которое демонстрирует Франция, способно стимулировать проведение столь необходимых реформ. Если социалисты смогут достичь согласия с правоцентристской оппозицией и осуществить коренные преобразования на рынке труда и в производстве, это может стать поворотным пунктом не только на политическом, но и на экономическом фронте. Но есть и другой вариант развития событий. Текущие вызовы безопасности могут привести к дальнейшим задержкам в осуществлении экономических реформ. И это не будет приветствоваться некоторыми соседями Франции. Хоть они и проявляют солидарность, однако и сами в затруднительном положении. Гаухар Сарсенбаева, Бегуа Турмаханов, Франция.